Так, ребятки, всем привет! И сегодня хочу сказать то, что iStream 5 Friends, как всегда, блин. Видимо, я вам уже надоел говорить одно и то же, то, что iStream 5 Friends осталось. Ну, извините, мне надо все это сделать. Ладно. iStream 5 Friends осталось 2 дня. Ровно 2 дня. И за эти 2 дня должны, блин, изменить название Ice Cream 5 Friends и добавить новые скриншоты вместо старых, а старые удалить. И и новое описание должны уже за эти 2 дня. Ну, не, ну я не уверен, не, ну я 100% не уверен, что они будут менять все это именно на... Именно будут менять и в 16 числа. Не уверен. Думаю, завтра или сегодня. Ну, как бы, когда будет 16 число, то утром или вечером Keyplanes опубликует пост о том, что она выйдет уже завтра там. Ну и в общем, да. Кстати, тут мне пришло уведомление на одно видео, давайте посмотрим. Я думаю, это опять монтаж такой сделанный. Вот это. Что можно уже скачать, если не пить френд. Не скачать там плохо. Ну, давайте посмотрим. Но я вообще не планировал смотреть. Еще же ни хрена не могу развить. Не, ну прям такой монтаж, как будто это реально именно сделано, как бы реально, как будто бы уже можно скачать, но это мне, но это по-настоящему это неправда. Но очень прям похоже. Ну, вы знаете этого ютубера. Да, через 3 дня. Но это, видимо, у него может. Ну, видимо, оно... Конечно, да. Обманка. Еще какая... Ну, вообще, давайте посмотрим, что так-то это поменялось или нет. Нет. Не, ну, может, сегодня... Ночью, вечером. Нет, ну я как бы не знаю. Когда поменяют, я сразу сообщу вам. Ну, ладно. Я вам всюду показал, что мог. Ладно, всем пока-пока.